heaven on earth. Какое прекрасное утро, церковь CRC, зрители ТБН, One Gospel, прямого эфира в Фейсбуке и на Ютубе. И слушатели онлайн-радио церкви CRC, мы чудесно проведем время вместе с Господом. My heart is set on you, my feet turn to dancing, 'cause you are good with everything inside me, and every breath you gave me, Lord, I sing out your praises, 'cause you are good. Come on, hallelujah, we sing out, for your glory. Towards you, I lay my life before you with no hesitation, 'cause you are good. Hallelujah, we sing now for your glory. Аллилуйя, Иисус! Прославьте Его! Аллилуйя! Отец, мы почитаем Тебя и воздаем Тебе славу. Нет подобного Тебе, Иисус. Прямо сейчас Бог готов встретить вас там, где вы есть. Если вы хотите соединиться с Ним, свяжитесь с нами. Мы помолимся за вас и поддержим вас. Бог может встретить вас там, где вы есть. А мы продолжаем поклоняться во имя Иисуса.
You were there when my heart was stranded far away from home. When my scars ran deep and I was all alone. When I fill this void with things that took my soul, you were there. When darkness took a hold of my heart, when fear gripped my soul and tore it apart, when life became too much and felt too hard, you were there, searching, never giving up on me, knocking at my heart relentlessly, saying I am here to set you free. And I'll sing of all your goodness, I'll sing of all you've done. There's no way I would have made it if it wasn't for your love. When I find myself surrounded, I praise you without fear, 'cause I know that you are here. You were there, standing in the fire next to me, when there was no way out, you split the sea. When the giant thought he had the victory, you were there. You opened up my eyes so I could see. When you spoke peace to calm the storm in me, when you sacrificed your son to set me free. All around us, you are here. Your perfect love casts out all our fears, and your comfort floods our hearts when you draw near. Oh Lord, can I sing of all your goodness? I sing of all you've done. I know that you are here.
Поднимите руки, где бы вы ни находились, в этом зале, на балконе, перед телевизором. Кому-то нужно прославить Господа, пока вы проходите долину смертной тени, так же, как и я. Пойте Ему! Прославляйте Его! У нас есть привилегия славить живого Бога на ТБН, One Gospel, в прямом эфире в Фейсбуке, на Ютубе и на CRC онлайн-радио здесь, в Притории, Блумфонтейне, Йоханнесбурге, а в Южной Африке и на всем континенте, в России, Америке, с ее новым президентом, Европе, Индии, Китае. Пусть все, что дышит, славит Господа. Скажите, сегодня я буду славить Его, Он достоин. А вы можете аплодировать Господу и восклицать громким голосом знак победы. Кричите и прославляйте Господа. Аллилуйя! 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 Аминь! Новая песня для нового дня. Впереди только хорошее. Исцеление и восстановление. Скажите аминь, если вы в это верите. Добро пожаловать всем сотням и тысячам наших зрителей, которые смотрят нас сейчас на ТБН и One Gospel. Это большая привилегия приходить в ваши дома. Я вдохновляю и ободряю вас, что 2020 год закончится для вас не на грустной, но на хорошей ноте во имя Иисуса. Как вы знаете, я хожу в спортзал и усердно стараюсь вернуть себе хорошую форму. На этой неделе я увидел в торговом центре мужчину. На спине его футболки была надпись «Сильнее, чем вчера».
Я назвал свое сегодняшнее послание также «Сильнее, чем вчера». Я сильнее, чем вчера, чем до того, как пришел COVID. В послании Ефесянам 6 главе, 10 стихе сказано: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Кем нам укрепляться? О да, вам придется говорить сегодня, потому что вам нужно провозглашать слово в своей пустыне, в своей яме, в своей депрессии. Ваши слова изменятся. Я помогу вам их изменить во имя Иисуса. Итак, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти. Все, с чем вы могли столкнуться, рождается в духовной сфере. Укрепиться — это не вариант выбора, это наша позиция. Второе послание Тимофею, 2 глава, 1 стих. Павел пишет: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». В первом послании Коринфянам говорится: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Мне нравится. «Будьте мужественны и тверды». «Стойте в вере, будьте мужественны и тверды». Я знаю, что вам многое пришлось пережить, а вы столкнулись с неизвестностью. Очень легко поджать хвост и убежать. Но скажу вам, чтобы вы не чувствовали, с чем бы ни столкнулись, как бы плохо вам ни было, вы по-прежнему живы. У Бога по-прежнему есть для вас план и прекрасное будущее. Я с уверенностью заявляю, что сегодня вы сильнее, чем были вчера. Вы отправитесь в 21-й год, и он станет годом восстановления для вас и для всей Южной Африки. Кто верит в это, скажите «Аминь» во имя Иисуса. Так что быть сильным — это не вариант выбора. Я знаю, что мы все временами чувствуем себя слабыми, однако в Библии, в книге Иоии, написано: «Слабые скажут, я силен». Вы не выиграете ни одной битвы с мышлением слабого, с отношением слабого, со слабым духом и слабой личностью. Однажды Давид вернулся в Сикилак. Я уверен, что это слово на сегодня для всех нас, для нашей церкви, для Южной Африки и для народов мира. Сикилак был сожжен дотла. Коронавирус нанес многим людям большой ущерб. Многие были сбиты с ног, но, слава Богу, они решили подняться. Что сразу сделал Давид? Он укрепился Господом. Я буду говорить об этом сегодня. Без силы мы не победим. Библия говорит в первом послании Иоанна 5 главе 4 стихе, что рожденный от Бога побеждает мир и победа. Победивший мир — это наша вера. В книге Даниила, 11 главе, 32 стихе, сказано, что люди, чтущие Бога, усилятся. Они будут действовать. Нет времени стоять в стороне. На прошлой неделе я говорил о новой песне. Вам нужно перестать говорить о пустоте, об усталости и о своих гигантах. Вам нужно говорить о Божьих обещаниях, обращаться к сухим костям, к долине смерти, к трудностям, к бедствиям и провозглашать Слово Божие. Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно. Самое время воздать нашему Господу славу. Вы столкнулись с оппозицией сатаны. Вам нужно воздать Богу славу, когда вы сталкиваетесь с какими-то трудностями во имя Иисуса. Павел пишет в послании Филиппийцам, 4 главе, 12 стихе: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Я был и наверху, и внизу». Вы начали этот год наверху, а затем спустились. Но вы подниметесь вновь, потому что воля Божия все меняет. Божие благоволение все меняет. Все меняет не воля гадалки, но того, кто знает будущее наперед. Самого Бога. Он говорит: «Только я знаю намерения о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Итак, Павел пишет: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод,
быть и в обилии, и в недостатке. Это не негатив, это реальность. Кого-то из вас сбили с ног, кто-то потерпел убытки, кто-то потерял свой доход. Я так горжусь одной из прекрасных девушек, что была сегодня на сцене, ей предстоит серьезная операция, но по ней этого не скажешь. Она пела, потому что ей нужно было петь и провозглашать: «Бог, ты моя сила! Я буду славить тебя даже в долине смертной тени. Ты поддержишь меня и поведешь вперед во имя Иисуса». Павел пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы не упадем, мы не сдадимся, не станем пессимистами, не начнем петь печальный блюз, не будем вспоминать прошлое, мы будем говорить о завтрашнем дне. Да, сегодня все не так, как вчера. Однако вы сильнее, чем вчера, потому что то, что вас не убивает, делает вас сильнее во имя Иисуса. Жесткие времена долго не держатся, в отличие от жестких людей. Когда идти все труднее, я становлюсь сильнее во имя Иисуса Христа. В новом переводе сказано: «Я знаю, что такое нуждаться, и знаю, что такое невероятное изобилие». Потому что я узнал секрет, как преодолеть все, что угодно. Сколько здесь тех, кто все преодолел? Кто из вас верит, что вы больше, чем завоеватели? Аминь. Я узнал секрет, как преодолеть все, что угодно, и в сытости, и в голоде. Я обнаружил, что могущество несравненной силы Христа побуждает меня преодолеть все сложности. Что это означает? А это означает: Божьей благодати для меня достаточно. Когда я слаб, тогда я силен. Когда я не знаю, Бог знает. Когда мне хочется все бросить, внутри меня есть сила. Это та же сила, что воскресила Иисуса из мертвых. Это великий помощник и утешитель. Он всегда рядом. Он укрепляет меня. Это Дух Святой, живущий во мне, который убеждает меня продолжать идти вперед во имя Иисуса. И это только лишь вступление к нашей сегодняшней теме. Ефесянам 3 глава 14 стих. Павел молится за церковь и пишет: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Вы читали, что Дух человека подкрепляет его в немощах? Какой бы сложной ни была ситуация, вы можете быть победителем в хаосе этого мира. Вы можете жить с песней в сердце, когда весь ад вырывается на свободу. Вы можете радоваться Божьей доброте, когда идете по долине смертной тени. Бог за вас, и Его благодать совершается в вашей немощи. Павел пишет: «Когда я немощен, тогда я силен». Я говорю не только о мышлении, я говорю о силе во Христе, о наполнении и вдохновении чем-то большим, нежели простая мотивация. В нас Бог, поэтому и Давид укрепился Богом. Братья и сестры, мы не оправимся, пока мы слабы. Мы не оправимся, пока стоим в стороне. Мы не оправимся, пока живем в негативе, пока мы связаны своими обидами. Мы не оправимся, пока мы говорим о своей боли и вчерашних неудачах. Я понимаю, что прошлое было не лучшим, но апостол Павел пишет в 3 главе послания Филиппийцам: «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели. С мышлением победителя иду к тому, что приготовил мне Иисус». Я не знаю, что вам пришлось пережить, но скажу вам, что Иисус приготовил для вас большое будущее. Возможно, вы пережили развод, но жизнь есть и после развода. Возможно, у вас случилась трагедия, но и после трагедии бывает триумф. Возможно, вы совершили большую ошибку, но после ошибки происходит чудо. Бог сказал: «Никогда не оставлю и не покину тебя». У меня есть будущность и надежда.
Возможно, что-то в вашей жизни задерживается, но задержка не значит отсутствие. Давид говорил: «Я ждал, ждал и ждал еще, но я не терял надежды. Я ждал, зная, что все в Божьих руках, что Он позаботится о моем будущем, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога и призван по Его воле. Пусть все, кто пришел сегодня на это место, чтобы встретиться с Богом, воздают Богу славу. Аллилуйя!» Давайте менять исповедание. Кому-то из вас это уже вполне удалось. Теперь давайте поговорим о восстановлении того, что приготовил Бог. Книга Иисуса Навина, 14 глава. Это один из моих любимых отрывков об отношении. Говоря об отношении, я закладываю основания для всего остального. Наше отношение основано на принадлежности ко Христу и зависимости от Божьей благодати. Но нам нужно трудиться, даже приняв благодать. Павел писал: «Благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Благодать Бога с нами, но нам нужно трудиться вместе с ней. Поэтому Павел пишет: «Укрепляйтесь благодатью Господа Иисуса Христа». Если вы ощутили слабость, вам нужно мышление несгибаемого победителя, мышление верующего. Смените фокус. Мы читаем о Халеве, которому 85 лет. Есть те, кому 85 в этом зале, а? Большинство таких людей находятся дома, если они еще не на небесах. Но кто-то хочет отойти от дел уже в 55. Они измождены и утомлены. Многие 30-летние уже устали и утомились. Если вы устали и утомились, вы в правильном месте. Дух Святой сегодня здесь. Иисус сегодня здесь, чтобы поднять вас и укрепить, чтобы вдохнуть в вас жизнь, чтобы наполнить вас вдохновением и силой. Тогда вы смело пойдете вперед к тому великому, что приготовил для вас Бог, независимо от ваших разочарований, поражений, где бы вы ни были. Помните, что писал Павел: «Я был и вверху, и внизу. Я жил и в изобилии, и в нужде». У кого-то из вас было обилие контрактов. Теперь их мало. Но я скажу вам, их вновь будет очень много во имя Иисуса. Бог даст вам благоволение и будет сражаться за вас. Итак, Иисус Навин говорит с Халевом. Они уже не подростки. Говоря о поколении Иисуса Навина, многие имеют в виду 20-летних. Нет, им было уже по 80. Им было уже далеко не по 20 лет. Однако они по-прежнему были сильными, крепкими и готовыми действовать. Сложности жизни не должны становиться для нас помехой. Сложности должны нас укреплять. Поэтому Петр писал: «Не чурайтесь испытаний, словно с вами происходит что-то странное». Страдание — это часть жизни. Иисус говорил: «Я предупредил вас, чтобы вы имели во мне мир. Я сказал вам об испытаниях и скорби, но мужайтесь, ребята, ибо я победил мир. Рожденный от Бога побеждает мир». Павел писал: «Я узнал секрет, как преодолевать все, что угодно». Вот это да! Он узнал секрет не того, как жаловаться, и не секрет обвинений. Всегда можно кого-то обвинить, если вы не двигаетесь вперед. Легко посетовать на отсутствие образования. В мире есть много миллиардеров, у которых нет образования. Однажды в Америке исследовали характеристики лучших бизнесменов страны. У половины из них были дипломы университетов, у второй половины ничего не было вообще. Я за обучение. Я за приобретение навыков, это крайне важно. Но я молюсь, чтобы наше Министерство образования больше делало, чем говорило. Я говорю так, потому что это платформа влияния. Чего мы добьемся? Предоставляя ученикам трехмесячные каникулы после ковид-кризиса,
каких людей мы готовим для будущего, чем занимаются те, кто принимает решения. Они готовят молодое поколение к неудачам, или они заинтересованы в том, чтобы научить это поколение побеждать? Я полагаю, что наш министр образования и министерство образования должны полностью пересмотреть систему образования в общеобразовательных школах. Они отправили школьников на каникулы, когда те и так несколько месяцев фактически не учились. Кто принимает подобные решения? Не говорите, что ученики могут учиться и дома. Не могут. Вы забыли то время, когда были молоды? Все, чего вам хотелось, это только лишь отдыхать. Вам кажется, что они стали дисциплинированными? И вот они учатся сами. Нетушки. Если бы я был министром образования, я бы отправил детей на двухнедельные каникулы, затем возобновил учебу и после новогодних каникул они учились бы до марта. Тогда они бы получили образование, и у нас были бы блестящие будущие лидеры. Нам нужно избавить нашу страну от духа лени. Чего мы ждем? Мы говорим об обучении, но никого не обучаем. Почему так получается? Мне пришлось об этом сказать. Детям предстоят экзамены, но они к ним не готовятся. Не вините во всем вирус. Ну а мы вернемся к теме. Я сказал об этом, потому что в основе лидерства вовсе не популярность. Нам нужны сильные лидеры. Решительные лидеры, которые будут созидать Южную Африку. Нам нужны сильные люди, которые будут созидать сильных людей во имя Иисуса. Скажите аминь на это. Итак, Халев пришел к Иисусу Навину, которому тоже было 85 лет, и сказал: «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, обо мне и о тебе в Кадес-Варни. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. От избытка сердца говорят уста. Братья мои, которые ходили со мною, кто-то написал мне и спросил, какой перевод я зачитываю? Тот, который мне подходит. Я читаю перевод короля Иакова. Ну, в основном. Какую Библию я читаю? Ту, которую вы, надеюсь, понимаете. Возможно, я читаю то, чего вы никогда и не видели. И вам кажется, что это какая-то другая Библия. Просто откройте Библию и читайте ее, а не свою религию. Вы не увидите в Библии негативных слов, которые Бог говорит своему народу. Вы не увидите стиха, в котором Бог говорит: «У вас нет будущего, у вас нет надежды. Я вас уничтожу». Вы этого не найдете. Когда пришел Иисус, Он сказал: «Мир на земле и в людях благоволение». Он пришел, чтобы рассказать о лучшем мире для всех людей. Мы проповедуем Библию, добрую весть, а не дурную весть и не религию. Итак, я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. Следите, кого вы слушаете. Одни заставят ваше сердце бояться, другие наполнят ваше сердце силой и смелостью. Сейчас вам нужно слушать тех, кто наполняет ваше сердце смелостью. Выключите свое телевидение от видения. Отстранитесь от негативных новостей и негативно настроенных людей, от пессимистов, которые не могут сказать о других ничего хорошего. Аминь. 12 лидеров, которых Моисей направил по слову Господа, шли посмотреть на землю, где течет молоко и мед. Бог не сказал им о гигантах,
Для страны, в которой мы живем, гигантами могут быть Нигерия, Америка или другая страна. Бог сказал: «Идите и мужайтесь». Моисей передал это 12 соглядатаям. Это были старейшины племен. Двое вернулись с позитивными выводами, 10 — с негативными. Об этом и говорил Халев. Вовсе не Бог не давал евреям войти в землю обетованную, а негативно настроенные лидеры. Вы можете действовать с позитивным мышлением или действовать с мышлением циника. Второй вариант положит конец всем вашим начинаниям. Вам нужно научиться быть оптимистом, когда вокруг только циники. Вам нужно быть человеком победы. Не только умом, но силой Духа Святого, когда все другие в унынии и разочаровании. Это и есть лидерство, братья и сестры. Эти 10 человек, абсолютное большинство, вернулись с негативными выводами. Они не увидели огромный виноград, они увидели только гигантов. Они не фокусировались на масштабах Бога, они фокусировались на масштабе проблемы. Как делают люди в Южной Африке. Мы знаем, что гиганты есть, но нам нужно новое мышление. Нам нужны люди, которые поднимутся над негативом, над гигантами, над расизмом, над гневом и станут лучше, станут такими лидерами, которые принесут людям видение, чтобы вместе построить лучшую Южную Африку, лучший мир, лучшую компанию или лучший брак. Халев говорит о том, что 10 лидеров вселили в людей страх. Как часто вы смотрите на политического лидера и думаете: «А вот это да, давайте изменим мир!» Не так уж часто. Скорее бывает наоборот. Кто из вас хочет видеть негативную статистику, которую навязывает вам мир? Вас намеренно стараются подавить. Так быть не должно. Поэтому нам нужно изменить исповедание. Очевидно, что политики и не могут быть такими, потому что они ведомы своими политическими партиями. У них нет видения, которое будет включать всех жителей Южной Африки. Но это нужно нашей стране. Это нужно миру. Где мое место? Если оно вообще? Есть ли у меня будущее? Как я могу внести свой вклад? Как я могу решить проблемы Южной Африки? Как мы можем искоренить бедность в Южной Африке к 30-му году? Это хорошее видение, и это возможно. Мы можем искоренить бедность в Южной Африке, мы можем обеспечить всех рабочими местами, всех, белых и темнокожих. У них будет выбор и возможности, но для этого нужны лидеры, которых сейчас так не хватает. Бог не говорил, что надежду дарят политики. Я молюсь за них. В нашей церкви много политиков, и я всех вас уважаю. Когда мы сидим в зеленом зале, который совсем не зеленый, я говорю им о том, как можно изменить сложившуюся ситуацию и найти решение. Аминь. Какие решения есть для вашей компании? Какие планы и проекты? Во-первых, вам нужно мышление сильное. Устойчивое мышление, которое не прогибается, которое не сдается, не отступает, на которое не влияют негативные ситуации, но мышление, которое подчинено Христу. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Даже оставшись один на поле боя, я все равно одержу победу во имя Иисуса силой Духа Святого и благодатью Божией». Аллилуйя! Мне не нужны голоса большинства. Один верующий в Бога — это уже большинство. Я на стороне Бога. Таким же было мышление Халева. Он говорит в 9 стихе: «И клялся Моисей в тот день и сказал: «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему». В тот день Моисей сказал: «Это будет твоя земля, потому что ты следовал за Богом».
Итак, вот Господь сохранил меня в живых. Скажите, сегодня Господь сохранил меня в живых, потому что у Него есть для меня будущее во имя Иисуса. Если вы в это верите, прославьте Бога. Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже 45 лет. Это был не Божий план отложить все на 45 лет. Путь от Египта до Ханаана должен был занять пару месяцев. Бог повел людей через пустыню, чтобы они поняли. Человек живет не только хлебом, но всяким Словом Божьим. Увидев Ханаан, соглядатые усомнились в Слове Божьем. И тогда Бог сказал: «Хватит! Они искушали меня 10 раз. Я являл чудеса и знамения, но они мне не поверили». Знаете, как вы говорили, так я вам и сделаю. Мы знаем, что целое поколение умерло, так и не увидев землю, где течет молоко и мед. Для них обстоятельства были сильнее возможностей. Они не мыслили как победители. Писание говорит, что они ограничивали святого Израилева. Не Бог остановил их, они остановили Бога, не давая Ему осуществить свою волю. Чтобы восстановиться, вам нужно укрепляться Господом и могуществом Его силы, но у вас должно быть мышление силы. Когда вы слабы, говорите себе: «Я укрепляюсь Господом и могуществом Его силы». Вам придется говорить: «Слабый скажет, я силен». Когда вам не хочется петь, вам нужно начать петь песню хвалы и изменить те слова, что сходят с вашего языка. У нас осталось немного времени, поэтому давайте закругляться. Я стараюсь изменить температуру вашего сердца сегодня. Прославьте Господа. Господь оставил меня в живых. 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет. Он не собирался в отставку, он собрался в атаку. Некоторые 40-летние ходят как 80-летние, а некоторые 80-летние как 30-летние. На днях я вспомнил одного пастора, которого называл старичком. Он постоянно занят. Ему всего 40 лет, но выглядит он как старик. Некоторые люди после женитьбы меняются, и меняется их мышление. Как-то раз он сказал мне: «Моя жена зовет меня папа». Кто хочет выйти замуж за своего папу или спать со своим папой, я как не понимаю. Он сказал, что жена по привычке зовет его так, как папу их детей. Пусть так, но не путайте понятия, не старейте, оставайтесь молодыми. Оставайтесь бодрыми и молодыми в сердце. Оставайтесь с молодым мышлением, как Халев. Он сказал: «Теперь мне 85 лет. Аллилуйя». Если ваше тело говорит вам идти медленнее, ускорьте шаг и идите быстрее. Говорите быстрее. Не покрывайтесь плесенью во имя Иисуса. Избавляйтесь от рутины. Рутина приведет в могилу, а оттуда вы не выберетесь. Просыпайтесь каждое утро с позитивным мышлением. Просыпайтесь каждое утро со словами: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Тот же Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет во мне. Меня не остановить, меня не поколебать, и мне ничто не сможет помешать. Я не остановлюсь, не сдамся, не опущу руки. Я не подниму белый флаг, я не стану ворчуном и брюзгой. Я силен Господом и могуществом Его силы. Наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом Его силы. Если искать причины быть слабым, их будет много. Тогда вы не будете просыпаться каждое утро, чувствуя себя чемпионом. Не будете чувствовать себя победителем. Поэтому вам нужно заставить себя встать с постели и сказать себе: «Я укрепляюсь Господом и могуществом Его силы». Так же, как Давид. Вам нужно посмотреться в зеркало и сказать: «Что унываешь ты, душа моя? Надейся на Господа».
депрессия не приведет ни к чему хорошему. Враг не приведет меня ни к чему хорошему. Только Бог дает мне жизнь и дыхание, и все. У меня есть будущее и надежда. Мне еще много где нужно побывать и много что сделать силой Духа Святого во имя Иисуса. Неважно, кто ополчится против меня, если Бог за меня, кто против. То, что задумано во зло, Бог обратит мне во благо. Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно во имя Иисуса. Я на стороне победителя. Его благодати для меня достаточно. То, чего я не знаю, знает Бог. Аллилуйя. Поэтому я не проиграю, потому что во мне живет не проигравший. Мне уже, кстати, пора заканчивать. Но послушайте, что говорит Халиф. Вот теперь мне 85 лет, и ныне я столько же крепок. И это несмотря на весь негатив и препятствия, как и тогда. Почему? А потому что я не менял свое исповедание. Я верю, что Божьи обещания не подвластны обстоятельствам. Бог три раза говорил Иисусу Навину. Когда тот переходил Иордан, «Будь тверд и мужествен, наберись смелости и не поддавайся страху и его раздражающему влиянию». «Будь тверд и очень мужествен». Бог повторил это повеление несколько раз. «Иначе ты никуда не придешь, если не будешь сильным». Это касается и отношений. Мы говорим об отношении, основанном на Христе. Ваша уверенность должна строиться на Боге и Его благодати. Если Бог что-то для вас приготовил, так оно и будет. Но, как и у Халева, у вас есть задача. Если вам кажется, что Бог совсем про вас забыл, это не так. Халиф сказал, «Ныне я так же крепок, как и тогда. Дай мне эту гору. Аллилуйя! Дай мне мою судьбу. Дай мне мое будущее. Я совершил ошибку, но мое будущее столь же ярко и красочно во имя Иисуса. Если вы в это верите, поднимитесь на свои ноги и прославьте Господа перед экраном своего телевизора. Скажите Богу, дай мне мою гору, чем бы ни была эта гора, этим обещанием, этим служением, этим зданием, этим бизнесом, этой мечтой, этим браком, что бы то ни было, сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить, и входить. Но нам уже пора заканчивать. Я хочу сказать напоследок, что многие христиане-харизматы не готовы сражаться. Я их не критикую. Я благодарен Богу за харизматическое движение. За то, что мы можем принимать дары и силу Духа Святого. Я не имею в виду то безумие, которое проявляется в некоторых кругах. Халиф говорит, сейчас у меня есть столько же силы, чтобы выходить и входить и воевать. Я уже говорил, что наш Бог — это Бог войны. Он тренирует меня для битвы. Нам нужно научиться быть сильными в Господе, сильными в вере, сильными в хвале, сильными в целях, потому что ничто не достанется вам просто так. Так не бывает. Единственное, что вы получаете даром, это любовь Божия через Иисуса Христа. Давайте сейчас склоним наши головы и закроем глаза. Возможно, сегодня утром вы осознали, что у вас нет мира с Иисусом. Аминь. Если сегодня вы умрете, то где вы проведете всю вечность? Вы точно знаете, что сегодня Бог говорил к вам. Если у вас есть желание примириться с Богом, то где бы вы ни были, даже перед телеэкраном, пожалуйста, поднимите свои руки и скажите, «Да, это обо мне, это он про меня. Спасибо, о, спасибо вам. Пусть Бог да благословит вас». Помолитесь со мной этой молитвой. Положите руку на свое сердце и скажите, «Господь Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь
и свое сердце. Я верю, что Ты умер за мои грехи и что Ты воскрес из мертвых. Сегодня я отдаю себя Тебе. Спасибо Тебе за новое начало и новую жизнь во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.